Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о питании, я вам сделаю небольшой такой апдейт. Очень многие меня просили рассказать, что изменилось с того момента, как я начала свою как бы диету, но это скорее не диета, а переход на правильное питание. Набрала ли я вес или наоборот сбросила, или он не изменился, какие изменения, какие выводы я могу сделать по прошествии уже этого времени. И скажу, что начала я этот переход в сентябре 2015 года. То есть прошло уже почти 8 месяцев, и мне кажется, за это время я могу уже точно рассказать, какие последствия этого питания, как оно мне подошло, как оно мне нравится. И обязательно продолжайте смотреть, если эта тема вам интересна. Так, давайте, наверное, начнем с веса. После того, как я закончила курс диеты и курс массажа, мой вес был 57,5. Последний сеанс массажа у меня был в конце декабря, и в январе у меня вес был 57,5. Сейчас уже почти конец мая, и у меня вес в районе где-то 57, иногда бывает 56,5, вот он колебается в разрыве где-то 56,5 и 57,5. Естественно, он не может быть там статически каждый день, то есть когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше, но тем не менее вот в этих рамках я держусь, и после того, как я закончила курс массажа, в течение где-то месяцев двух я еще вот похудела на килограмм. И после этого я не поправлялась настолько сильно, чтобы выйти за вот эти вот рамки. И что хочу сказать, сейчас я ем, в принципе, абсолютно все, что мне хочется, но, конечно, в дозированных таких порциях, то есть я не позволяю себе срываться, там и есть все подряд. И в то же время я заметила, что с переходом на вот это мое питание мне уже не хочется вот так вот срываться, скажем так, и есть какую-то неправильную пищу в неправильное время. Если вы вообще не знаете, в чем заключается суть моей диеты или суть правильного питания, у меня на канале есть целый плейлист, где можно подробно я рассказываю, там каждую неделю вела отчеты о своем похудении, и можно детально все это посмотреть, то есть я не буду сейчас на основах этого питания останавливаться, я сугубо делаю апдейт. Что хочу сказать, что массаж реально очень круто помог, мне кажется, в этом всем деле, потому что без массажа похудеть намного сложнее, чем с массажем. Вот именно это был мой конкретно случай. С массажем, когда я ходила регулярно там по 2-3 раза в неделю, вес уходил быстрее и плавнее. Сейчас же тоже, в принципе, то же самое, но, как видно, у меня вес не уходит вниз. Возможно, потому что уже особо некуда, хотя, в принципе, я не считаю, что я уже настолько кощей, что мне уже как бы некуда худеть. Но в то же время вес держится. Я думаю, что вполне может быть такое, что если я сейчас подключу опять массаж, то я еще немножко сброшу вес. Но я этого делать не хочу. Меня, кстати, тоже спрашивали, пойду ли я перед пляжным сезоном еще на массаж. Нет, не пойду, я не вижу в этом особо никакого смысла. Сейчас я сбросила, как мне кажется, очень большую часть жировой массы, и если я хочу выглядеть лучше, мне нужно подключать мышечную массу, нарабатывать, то есть мне нужно начинать заниматься спортом для того, чтобы все именно тело подтягивалось и выглядело очень упругим, красивым, но так как со спортом у меня до сих пор не очень сильно складывается, потому что я свои проблемы с коленями еще до сих пор полностью не решила, я думаю, что, может быть, я углублюсь в плавание. Лето – это отличная пора для того, чтобы плавать, и так как я живу вообще возле моря, то мне грех просто не плавать и не заниматься таким видом спорта. Поэтому я думаю, что, может быть, если получится, я бы вообще в идеале хотела бы каждое утро ходить, плавать и после этого возвращаться домой, уже приступать к работе. Вот это мои планы именно на будущее, то есть никаких массажей я больше делать не буду, по крайней мере, ну, может быть, через год там повторю перед летом, ну, я не уверена, я не знаю, как пойдет, поэтому не знаю. Как я уже сказала, сейчас я позволяю себе есть абсолютно все, что я хочу, и под абсолютно все, что я хочу, я имею в виду реально абсолютно все, что я хочу. Если мне в какой-то день хочется какой-то огромный бургер, я в этот день могу съесть этот бургер. Если в какой-то день мне хочется пиццу, я тоже могу себе позволить скушать пиццу. Если в
какой-то день мне хочется торт, я спокойно могу съесть торт. Но с небольшой такой оговоркой. Есть такое очень классное понятие, сейчас очень многие диетологи этой концепции как раз таки и придерживаются. Есть такое понятие, как cheat day. Cheat day — это что значит? Что конкретно в этот день ты можешь позволить себе съесть все, что тебе хочется, и делать их, ну, в зависимости от программы, да, у каждого диетолога своя программа, но я смотрю, что большинство сейчас придерживается от 1 до 3 таких чит-деев в неделю. И кажется, что это довольно много. Я себе позволяю 2, очень редко 3. Если 3, это вот я чувствую по себе, 3 мне много. Потому что 3, когда я 3 дня, особенно если 3 дня подряд позволяю себе кушать, что мне хочется, и какую-то тяжелую пищу ем, особенно на ночь, то мой вес скачет до максимума, то есть если там до этого был 56,5, то через 3 дня он будет 57,5. И потом последующие 5 дней я ем очень простую пищу, и мне реально хочется этой простой пищи для того, чтобы вывести вот это лишнее, потому что я чувствую тяжесть в желудке, я чувствую вот какую-то усталость, я чувствую, что у меня нет так много энергии, поэтому 3 дня для меня много, 2 дня для меня вообще идеально, зачастую я себе позволяю какие-то вкусняшки в пятницу и в субботу, либо в субботу и воскресенье, в зависимости от того, как мы встречаемся там с друзьями, как мы что запланировали, то есть зачастую пятница, суббота, воскресенье — это самые такие активные дни, когда хочется где-то погулять, куда-то выйти, встретиться с друзьями, и когда я была на жесткой диете, да, я даже во время того, как встречалась с друзьями, я придерживалась очень такой вот чистой еды, которая не была бы слишком калорийной, не была бы слишком вредной для меня. Сейчас же я, в принципе, поддерживаю компанию, то есть если мы идем на бургеры, я тоже запросто могу съесть бургер, идем там еще куда-то, я также не чувствую, что мне этого нельзя, и в то же время мой вес показывает, и состояние вообще по объемам показывает, что мне это абсолютно никак не вредит, то есть вес у меня держится очень четко. Единственный такой вот побольше скачок у меня был во время пасхальной недели. Приезжала моя мама в гости, и мама печет просто умопомрачительные куличи. И для меня Пасха — это всегда, она очень сильно связана с куличами, и вот как я каждое утро завтракаю этими куличами, и вообще, как я ими наслаждаюсь, для меня это просто эмоционально очень важно, вот эту вот традицию, придерживаться этой традиции. И мне было все равно, что она супер калорийная, мы туда сахара набухали очень много, но мне было абсолютно все равно, я целую неделю ела эти куличи, и я... ну, где-то, наверное, с 0,5 килограмма лишних точно набрала. Потом у меня ушло где-то недели полторы, чтобы не соврать, для того, чтобы вернуться на предыдущий вес. И было мне тяжело, вот чисто физически, да, я чувствовала, что вот много, вот где-то оно там, вот у меня эта тяжесть сохраняется. Поэтому, если не позволять себе такой отрыв, то все идет очень четко. Вот таких вот 2, максимум 3 чит дэя в неделю мне вполне достаточно, тем более чит-дэй для меня — это не значит, что я с самого утра и до самой глубокой ночи ем какую-то супер вредную, супер калорийную, жирную пищу. Зачастую это какой-то один прием пищи, который идет сугубо для того, чтобы удовлетворить себя больше эмоционально, да, от вкусной еды, такой устроить праздник живота. Также меня очень сильно поражают вообще комментарии, которые в такой вот форме, там, ты что, ешь фрукты, или ты там себе позволяешь суши, так это вообще, там, что ты, сиди, молчи, ничего ты не знаешь, ПП. Для меня это, я уже несколько раз об этом говорила, я ненавижу вот такой вот параноидальное отношение к чему-то, да, то есть если уж питаться правильно, то все, надо считать калории, надо взвешивать свои порции, надо там, я не знаю, питаться только определенными продуктами. Я никогда не хотела такого придерживаться, я считаю, что такой жесткий самоконтроль ничего хорошего не сделает ни для вашего тела, ни для рассудка, так это точно, потому что вот все вот такие очень какие-то, я не знаю, строго запрещающие себе люди там что-то делать, они эмоционально очень какие-то
тяжелый. Я, конечно, здесь не сужу там обобщенно, но вот из тех, кого я лично знаю, все, кто очень жестко себя вот так вот в рамки ставит, они какие-то более, я не знаю, раздражительные, у них нет вот такого какого-то душевного баланса. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что не стоит так делать, потому что если ты себе когда-то что-то позволяешь, ничего плохого в этом нет. Тем более, если ты кушаешь фрукты, ну да, там много этой фруктозы и так далее, и тому подобное. То есть, если почитать, углубиться там сильно в это все, то как бы вроде оно там для похудения очень плохо. Но в то же время я живой тому пример. Я ем фрукты и на ночь. Я ем фрукты, я не знаю, в любое время суток. И ничего, как-то вроде ничего не 120 килограмм вешу. 56 килограммов на мой рост 175 сантиметров. Это достаточно нормальный показатель. На этом я буду, наверное, заканчивать это видео. Наслаждайтесь едой. Единственное, выбирайте, конечно, то, что максимально будет для вас полезным. И когда-то, если вы захотите себе что-то позволить, то отлично, ничего плохого в этом нет. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Пока! Макияж выполняется буквально за 5 минут, и мне кажется, что это отличный вариант, конкретно когда вы спешите, если вам нужно собраться, выглядеть красиво, но в то же время не потратить на это слишком много времени. В конце видео я вам также дам советы по поводу теней, какие оттенки лучше всего работают в такой технике. Ёлки-палки, без кистей, конечно, очень тяжело. Нет, брови без кистей это явно не мой конек. Конечно, можно сжульничать и вот это вот все снять, что остается здесь на вот этой вот кисточке, и потом прочесать. Но мне кажется, все-таки это жульничество.